В этом году Дом моды Набока отпраздновал свое 30-летие. О любви казахской культуры известного дизайнера Ирины Набока говорит с удовольствием. В ее работах слились элементы средневековых нарядов с веяниями современной моды. В этот вечер коллеги, друзья и родственники пришли поздравить Дом моды с этим знаменательным событием. Здесь организовали не просто показ мод, а целую шоу-программу. Подробнее в следующем материале. Благодаря работам Ирины Набока индустрия моды в Таразе не стоит на месте. Уже 30 лет дизайнер Дома моды обеспечивает модниц города эксклюзивной одеждой. Перед тем, как создавать такие дизайнерские изыски, рассказывает Ирина, пришлось пройти длинный путь обучения и перечитать массу литературы об истории народа. Так слились в ее платьях элементы средневековых нарядов с веяниями современной моды. Благодаря своему труду сегодня она успешный предприниматель. Нам 30 лет. Это не много и не мало. Но это так здорово. Я хочу поздравить сегодня своих коллег с этим юбилеем. И мы занимаемся национальной одеждой. Причем профессионально занимаемся. Мои девчонки очень профессионально выполняют вышивку. И я их очень люблю за это. У нас в нашем Доме моды работает 20 человек. Сейчас уже 20, а начинали мы с 4. В нарядах от Дома моды Ирины Набока выступают талантливые музыканты и певцы областной филармонии. По словам Ирины, это творческие люди, с которыми очень легко работать, когда обсуждаешь и проникаешь в их песни. Костюмы приобретают смысл. Хочется творить, творить и творить. Поздравить свою коллегу приехал главный дизайнер Дома моды Ассыл Дизайн Айдархан Калиев. Я хочу поздравить Ирину Анатольевну, Дом моды Набока, своих коллег с 30-летним юбилеем и пожелать им дальнейшего процветания, продвижения в дальнейшем на мировую арену. Я до этого говорил, что они заслуженно как бы завоевали свое место в области, в Казахстане, представляли на Аспара Fashion Week, на международной неделе моды. Хотелось бы очень, чтобы они продвигались и в Европу, и побольше финансовой поддержки. Пока смот, ставший изюминкой празднования, не оставил никого равнодушным. Дом моды Набока и впредь намерен творить и удивлять всех ценителей моды своими достижениями. Элеонора Бухонова, Ильнур Мухтаров, 77 News.